Ну что, всем здорово, опять начинаем играть. И снова здрасте. Продолжаем продолжать. И мы сегодня... Что? Я сегодня... Кто знает? Я миленький. Капусту. Я пойду спать. Я пошел спать вантус. Я вантус пошел спать. Все, все обязательно. Все в рассыпную, все. Все по отдельности ключи искать. Ко мне мои идет, я боюсь. О, Динса. А, господи, Динса, она одета как Санс. И я испугалась, что она сосед. Я почему? Она есть Санс. Все. Сэмпай, я... Кто-то за мной бежит, а не надо. Динса, бегите. Это что? Забрал. Кто здесь налил? Кто здесь лужу нафигачил, я стесняюсь спросить. Ты. Молока какого-то налили там. Это клей, не ешь его. Клей, да. Ладно, не буду. Не нюхай. Нюхай. Помянем. О май гад. Ой, какие картинки. Помоги. Ой, Динса. Да, я. Визор. Что это? Чего такое? Динса, Визор, все, все рассыпнули. Да ну вас. Все, я пойду, красные люди. Мои спасибо. Да что ты говоришь? Шестеренку, кстати, видел, нет? А если найду? Визард, господи, ты страшный. Нет, я не страшный, я вкусный. Ты вкусный, да? Тебя стоит покушать, няма-няма. Да. Он хочет меня съесть, мне кажется. Ой, тут правда лужа. Будь осторожнее со словами. Я могу взять кого-то. Что, уже кто-то ест кого-то? Да-да-да. Только я не понял, кто это? Так, я понял, это Динса. Да что сразу Динса-то? Динса? Бейте Динса тогда. Господи, где я опять? Я заблудилась. Но так, это забыл, точно не я. Это прям 100% не я. Знаете почему? У меня вылетело. А ну бить я отсюда. А Санта нашла стоит на унитазе и светит на Динсу, которая что-то ищет на мне. Я его не видела. А представьте, если бы он был соседом, он бы со спины просто съел бы нафиг. Да ты что? Никого нет в туалете, но там в туалете сидел Рома. Я вообще его не заметила. Это неприлично, зачем ты зашла в туалет к мальчику? Да я не видела его, не видела. Он мог спокойно сделать свои дела и даже не палиться. Это все ты виновата. Ты сказала, что он там сидит, и я его посмотрела на него. Страшный с темноты светил на тебя фонариком, а ты его даже не заметила. А ты где? Ты в это время где была? Ты тоже там где-то, раз это видела вообще? Или тебя нет уже? Меня уже нету на этом свете. А кто же это съел-то? Неужели? Когда я так ору, обычно меня съедают. Обычно? Обычно. Ну ладно. Я это запомню, наверное. Ну знаешь, когда тебя съели, у тебя как минимум два выхода. О, господи. Я нашел огурцы. Рома нашел огурцы. Он пытается их открыть, он берет все предметы и бьет банку с огурцами. Наш чувак. Я могу, я могу. Я могу открыть. Это очень сильный мальчик, рюкзачник. Ого, а это Кирюха очень классно. Очень хитрый мальчик, ведроид, рыцарь ведроид. Рыцарь ведроид? Кому кастрюлю рыцарь для головы? Ведроид. Потому что он... туалетного утенка сожрали! Нет, туалетный утенок! Серьезно, кто это? Это туалетный утенок! Это была Динса, она съела! Тихо, тихо. Говорил, что меня-то? Почему меня опять? Кстати. Смотрите, у кого-то тайна... Динса, посмотрите, это ее никнейм сейчас! О, ну господи! Да. Ну да, ну да. Мной опять кто-то прикидывает. Так, Динса, если ты встретишь саму себя, один из вас значит, будет... Я был на туалете. Мертвым, да? Да. Нет, не кидайся, это я. Пожалуйста. Это не она! Ты пока не выходи. Или она. А это она была, это была она. Кирюха, это была вроде бы та самая Динса. Кстати, как туда попасть? Я заметил, что Визард ничего не говорит. Вот это он сосед. Что? В смысле ничего не говорит? Не знаю. Что-то он тихий какой-то. Помалкивает. Он затихарился. Я не тихий, я вкусный. А вот это которая Динса? Интересно, это шоколадку несет. Наверное, она хочет угостить ребенка. Ну да, ну да, я добрая. Динса идет к другой Динсе, к другой плохой Динсе. Другая плохая Динса сейчас вас встретит. Одна Динса у вороны. Это я заметил. Ну, а мне интересно, какая из Динс сейчас здесь? А почему я не могу дверь выбить больше? Она что-то пьет из кастрюли, она, по-моему, кушать собралась. Там ворона, но мы не можем туда попасть.
Там нужен ключ третьего уровня. Туалет, пожалуйста. Третьего уровня ключ надо. А, у меня, кстати, есть ключ третьего уровня. Я только что его нашел. Поднимись наверх. Несенька, скорее к ним ключ третьего уровня, визор. Ты очень нужен. Вы его хотя бы видели? Ключ третьего уровня. Вон, ворона сидит прям там, наверное. А может, не там, может, она там в другом месте. Давайте обойдем. За мной. Я вижу ключ второго. Так, это проблема. Не та Динца! Где? А это кто? Это теперь Визард! Визард! А теперь это, смотрите, это Визард, он жив! Визард жив. Отлично, вы меня запутали очень сильно. Визард настоящий, колючек второго уровня, тащи. Интересно, когда сосед тащи. Приутился к тебе, у меня камера запахалась. Ох, какая ты доверчивая девочка. Тащите сюда ключ. Запахалась. Я ничего не могу сказать. Тащите сюда ключ второго уровня, здесь дверь закрыта, и там ворона орёт за ней дверью, слышали? Ну так, да. Я скрафтил ключ-карту вторую, и сейчас иду туда забирать ключ. Я запуталась, я не могу запомнить. Я тоже. Я вот не могу понять, это Динса или это не настоящая Динса, или это другая плохая Динса. Так, Динса с шоколадкой, нет. Понятно? Динса с шоколадкой. Я знаю, кто сейчас сосед на самом деле. Я тоже знаю. Конечно, нам с тобой видно. Кто там упал? Сам себе. Ты что, сам споткнулся? Господи, Кирюха! Нет! Мэй, ты же понимаешь, что это... Динса, конечно! Динса. Ты заперся здесь и упал? Сэмпай, продолжим. Случайно. Так, это? Заперся такой и разбился. Вот это Кирилл сосед. Ай! Я не успел выстрелить, вол. Сосед прибежал, Кирилл было написано. Это не факт, что это он. Все, пропажа, я пропал. У меня так получалось, там ключ. Я всё поняла. Это была ловушка. Я же намекала. Запнулся там, колено сломал, блин. Нифига себе. Колено он там сломал. Не говорите, что происходит. Ладно, всё нормально. А, подождите, а дверь разве не открыта? Дверь? Нет. Ворона орёт, выпустить некому её. Синий и красный ключ. В моей комнате был ключ, блин, по-моему. Но я не помню, разглядела я это или нет. Кто больше всех молчит, тот сосед. Да ну. Да, потому что соседу сложно, он много думает. Как соседу? Кривита! Дайте мне монетку. А где он? Заплатите Визарду чеканную монетку. Кирилл, падай. О, молоко. Молоко заплатите чеканной монетой. Мы за свое. Давайте споем, да? Подождите. А вы в курсе, что выживший остался один? И он очень хороший профессионал. Он профессионал. Вы понимаете, у нас двое выживших. Они оба профессионалы. Один профессиональный сосед, а один профессиональный пацан. Кирилл. А один профессиональный Кирилл. Да, прекрасно, да? Бедная ворона уже сейчас с ума сойдет. Вон она, внутри, внизу. В комнате. Визард, открой ворону уже. Ну сколько можно? Кирюха! Нет! Кирюха, беги, дружочек, беги! В окно! Просто куда-нибудь уже. Обычно я так бегу куда-нибудь, с криками. Битва года! Что он делает? Но осталось всего 2 минуты. А что там с ключами? Ты в курсе? Очень плохо. Все печально. Кирилл, а ты чего без микро? Не, я с микро, я просто молчу, типа, я сконцентрировался. У него тут потняк, между прочим, а мы тут как комментаторы футбольные сидим и болеем. Я тут дверь, ну ёшкин кот, чё я попадаюсь постоянно? О, это картошечка, не просто картошечка, ты что, это, по-моему, была человеческая картошечка? Чего? Слушай, страшно. Банан, у него есть банан, ну берегись.
Визард, против тебя бананы. А вот теперь посильнее, да? Теперь пожестче будет. Ну, это все как бы. 10 секунд, ну все. Но зато выжил, выжил. Клетки такие же для животных. Жутко. О, господи. Зачем ты это сделал? Перешла посмотреть на злодея, и он был страшен. Два профи схлестнулись. Оба победили, потому что один смог выжить. Смог выжить все-таки. Визард. Ну, Визард очень хитрый, он меня просто перехитрил. Ой, я ногу сломал, помогите, я пошла ему помогать. Он взял Визард, жопу схватил. Он сказал, что он сломал ногу и приманил тебя сломанной ногой. Ну, он там что-то упал, и было показано, что, типа, нужна помощь, он там валялся. Я пошла помогать и смотреть, что он там делает, он взял меня, съел.